В Беларуси я бывал часто, у меня там родственники живут, потому что брат моей бабушки уехал в Белоруссию, и там как бы основал свою семью. Там мне много двоюродных, троюродных теток, братьев. Вот. В Беларуси я попал в Белоруссию впервые на гастролях. Когда мне было 13 лет, я играл в театре Советской армии и выехал на свои первые гастроли в Минск. Это был такой западный город по тем временам. Люди были очень вежливы, переходили дорогу только на зеленый свет и очень возмущались, когда кто-то из наших перебегал на красный. То есть были очень дисциплинированы по-европейски. В общем, на меня это произвело такое очень приятное впечатление, эти гастроли. И потом я, конечно, туда часто ездил на съемки. В Минске много что снималось, там замечательные кадры, киношные люди, актеры, режиссеры, операторы. То есть там хорошая такая база. Поэтому очень часто туда ездили на съемки.